Добрый день! Получила свой заказ из магазина для кондитеров. Сейчас буду разбирать эту коробочку. Заказала, конечно, подложечки разные, упаковки, коробочки. Но это не совсем интересно. Здесь пошло дальше интереснее. Глазурь заказала. Белую, розовую, желтенькую. Желтенькая банановая, а розовая клубничная. Белая без ароматов, просто стандартная. Хлопья миндаля. Очень хорошие, у них всегда все свежие. Палочки для кейк-попсов. Естественно, творожный сыр и много. Сливки для взбивания двух видов. Пудру сахарную, не тающую, бархатную заказала. И, конечно же, бельгийский шоколад. Горький, молочный и белый. Счастье, полные штаны. А, и листовой желатин. Счастье, полные штаны. Завтра буду что-нибудь варганить вкусненькое, интересненькое. Всем удачи, всего самого-самого лучшего. И успехов в ваших творческих и кулинарных делах.